Привет, вы на канале Муравьиные Муравьи. И это у нас опять Муравьиные Новости, часть третья вроде бы. И сегодня я покажу всех муравьев, которые у меня есть. Что ж, начнем у меня с мессоров, которых вы уже видели. Вот у них все хорошо, кормовая личинка есть. Мак. Ну и, к сожалению, начинает плесневеть ватка. Я ее в скором времени поменяю, ну то есть не ватку, а переселю их в другой инкубатор. У жнецов пока что все хорошо. У них прибавление. Их уже 19 штук. Очень классно. Ладно, переходим к следующим муравьям. Этих кладем сюда. И к этой вот прозрачной пробирочке. А в этой прозрачной пробирочке у нас две матки-мирмики. Не знаю, что это еще за мирмика, но вот я их подсадил. К ним подсадил рабочего. Их очень плохо сейчас видно, но пакет яиц у них уже есть. Их поймал я буквально сегодня, и они уже снесли яйца. Очень, очень хорошо. Вот так вот кладем. Дальше. Одна матка. Компонотус геркулианус. Вот там вот у нас яйца. И сама матка. Вот она огромная. Наша красавица. Кладем ее и достаем следующего муравья. Этого муравья я поймал сегодня. Эта матка сервиформика Фуска бегала около муравейника Фусок. Не знаю, надеюсь, что она плодотворена. Такая вот у нас тоже красивая матка. Кладем ее. И достаем наших последних муравьев. Это тоже компонотус геркулианус. Те самые, да, как и была матка, только что я показывал перед фусками. К ней я тоже подселила рабочего. Вы уже помните это из прошлого видео. И также у нее есть вот там снизу под ней пакет яиц. Это все очень хорошо. И, кстати, эти яйца геркулианусов уже скоро превратятся в личинки. Вот так вот они у меня хранятся в такой коробочке. Ну и, в общем-то, все. Это были главные новости на сегодня. Хотя нет, это даже не новости, это был обзор. А новости у нас такие, что сейчас я на даче. Не знаю, приеду, наверное, через 3 дня и видео выложу именно тогда. То есть, когда видео будет опубликовано, я уже буду в городе. А видео сейчас с дачи. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Ну так вот. У всех моих маток все хорошо. Особенно меня порадовали мирмики, которые уже отложили яйца. Ну вот, были главные новости. Всем удачи, всем пока.